Ежедневные тренировки и изматывающие занятия – все это для заслуг в спортивной карьере легкоатлета. Республика давно не предоставляла на соревнования достойных спортсменов. Сказывается отсутствие необходимых условий. В этом же году на чемпионат России поедут 4 наших соотечественника. Соревноваться на коротких и средних беговых дистанциях с барьерами будут кандидаты в мастера спорта Борис Куроев и Вячеслав Санников. Сегодня они провели свою последнюю перед отъездом в Казань тренировку. Если решил профессионально заниматься, то да, это действительно очень трудно. Это труд, но при этом это все-таки приятно, так это занимаешься своим любимым делом. Побед не было уже 4 года. Сначала выиграл Юг России зимой, потом Юг России летом. С тех пор, к сожалению, никаких успехов таких громких не было, но хотелось бы верить, что все успехи впереди. Спринт – забег на короткую дистанцию. Кроме скорости, этот вид требует еще и большой выносливости. Выбор гладкого бега или барьерного определяется предпочтениями самого спортсмена. Вячеслав Санников добился наибольших успехов на дистанции 400 метров с барьерами. Рассчитать количество шагов между препятствиями, какой ногой оттолкнуться и как финишировать. В этой дистанции важны как физические, так и умственные таланты. Моя главная задача в этом сезоне – выполнить норматив мастера спорта и в идеале попадать в финал. Потому что каждый спортсмен ставит перед собой задачу побеждать. Поэтому для меня такая же задача – побеждать и выполнять разряды. Взрослое поколение легкоатлетов надеется на постройку стадиона, что поможет расти нашим спортсменам и, возможно, поучаствовать в Олимпиаде 2016 года. Наталья Алексеева, Евгений Маркин, Осетия ТВ.